Друзья, поздравляю! Готовы? Друзья жениха! Поздравляем вас с днем рождения! С днем рождения новой семьи! Вы запомните эти мгновения, вы запомните эти часы. Стороной пусть отложит невзгоды, будут яркими и светлыми дни. И уютные домашние погоды в вашем доме и в вашей любви. Пожелать мы хотим вам сегодня просто вместе по жизни идти. И пусть будет она беззаботна, избываются ваши мечты. В этот праздничный и светлый вечер вы должны улыбаться и только. Ну а мы повторим вам не раз поздравления и слово «Горько». Поздравляем еще раз с рождением вашей новой прекрасной семьи. Вы запомните эти мгновения о безмерной и чистой любви. Еще никто не кричал. Сладко! Сладко! Это да! Следующее сразу
Че за урод? Выберите его отсюда. Она делала это с такой теплотой, она говорила: «Блин, да вот мы с моим Димкой...»
Да вот мы с Димкой, вот пусть через 10 лет я тоже позвоню ей, и она мне тоже скажет, вот мы с моим Димкой. Смотрите вас в одном направлении, мечтайте о великом. И обязательно в скором времени, я надеюсь, что у нас появится маленький мучкарь. В скором времени и не один раз. Дорогая, теперь уже семья Мучкаевых, поздравляю, мы все поздравляем вас с этим замечательным событием. Желаем друг другу любви, терпения, смирения. Любите друг друга, учитесь понимать друг друга, прощать друг друга. Несмотря ни на что, будьте вместе. Каждый день, неважно какой, солнечный или пасмурный, встречайте вместе. И оставайтесь рядом с друг другом. Несмотря вообще ни на что. Мы вас очень любим. Дорогие наши Дима и Люба, мы вас очень поздравляем с этим знаменательным днем, созданием новой ячейки общества, такой красивой, милой, очаровательной семьи. Мы вас очень любим, хочется сказать многое, но самое главное, желаем вам принести вот эту вашу чистую, искреннюю, светлую любовь на протяжении всей жизни. Будьте такими же счастливыми, возможно, наивными, но вы стремитесь в этой жизни добиться очень много. У вас все получится, мы в вас верим. Самое главное – преодолеть все трудности с высоко поднятой головой, но забудьте про гордость семьи, это не самое главное. Вот. Мы хотим вам подарить памятный подарок, чтобы вы смотрели на него и вспоминали нас с теплотой в душе. Друзья, я просто хочу сказать, что наконец-то мы все на танцполе.
всем сборе. И снова хочу спросить, как настроение? Есть еще силы? Супер, супер, супер! Хорошо. Сейчас я хочу спросить у всех девушек в этом зале. Только девушек спрашиваю. Внимание! Ладно, дорогие дамы, девушки, мамы и бабушки, всех хочу спросить, что должен делать муж в семье? Вот поэтому девушек спрашиваю, подожди. Зарабатывать деньги. Хором сказали, зарабатывать деньги. Любить мужа. Любить жену, быть мужем. Любить свою жену. Готовить. Спать на диване. Мама. Исполнять супружеский долг. Его никогда не отдавшись этот долг. Единственный долг, которым невозможно рассчитаться. Вот так вот. Что должен? Все уметь. Забить гвоздь. Забить гвоздь. Все. Можно отомстить. Теперь вопрос к мужчинам. Что должна делать жена? Рожать детей. Забить гвоздь. Она постоянно должна... Сделать ремонт должна. Так. Подожди. Мужа кормить и ухаживать. Так. Все. Господа, взгляните. Кто больше ест? Он. Вопрос. Кто больше проводит время с друзьями? Так. Когда вы наедине, кто больше разговаривает? Люба, однозначно. И кто готов на все, чтобы ваша жизнь была самой счастливой? Если бы айфон и женитьбу. Сначала нужно вспомнить все классные моменты вашей классической жизни. Как было хорошо. Вы знаете, с каждым днем их становится меньше. Холостяков осталось так мало. И вот, скоро еще один нас покинул, как видите. Ушел навсегда. Но сейчас мы познакомимся с нашими холостяками. Как будем знакомиться? Все, грустную музыку убирай. Нужно придумать себе псевдоним и закрепить его действием. Если вы говорите Серега, акробат, показать акробатический номер. Если вы только алкоголик, то надо взять и выпить. Если вы Вовка Молчун, то встать и помолчать. Да. Нет, у всех разные должны быть, у каждого свой псевдоним. Главное закрепить действие, понимаете? Пошла минута, думаем, включаем креатив. Так, один уже придумал. Это может быть любое слово. Может быть стихотворение, может быть анекдот. Можно даже... Можно что-то сказать в рифму со своим именем. Так, все, знакомимся. Знакомимся? Я прошу сделать три шага назад, чтобы было время, место, где показывать. Нужно не просто закрепить, а выйти и закрепить. Итак, первый холостяк, зовут его... Русик Иванов.
прыгун. Русик Иванов прыгун. Смотрим. Опа! Красавец! Ну, смотри. Художественная гимнастика, говорит. Гимн России должен. Давай еще раз гимн России. Ты вот прыгай давай прямо сейчас там на сцене. Нет, нет, не здесь, вот там. Пойдем, пойдем, да, в центр. Встаю такой. Ты готов? Следующий, Колосяк. Леня, Гарсон. Спасая людей от компьютерных ошибок.
Юля спасает от компьютерных ошибок. У кого компьютер сломался, можешь телефон продиктовать. Не, не то. Коды прописывает. Ладно, давайте уже переходить к делу. Приглашаем невесту поближе. Букет сейчас полетит в эту сторону. Главное не драться, никого не бить. Бросай сюда! Подождите. Сказано Владимиром Вольфовичем, это его личное мнение. Осталось лишь один момент нам прояснить.
зачем большой стране нужна эта семья? Я долго ломал голову, знакомого спросил, а он мне отвечал. И держится Россия.
Дорогие родители, спасибо вам всем, что пришли на этот праздник. Спасибо вам, родители, что помогли организовать это мероприятие. Мы вас всех очень любим. И очень рады, что вы вместе с нами отметили это событие. Спасибо вам. Мои дорогие гости, родственники, близкие, друзья, я, правда, искренне благодарна каждому из вас, кто приехал издалека, кто здесь был в наш ответственный момент. Я очень рада, что все вы были рядом, правда, для меня это очень и приятно, и даже вот, ну, просто не передать словами. Спасибо каждому из вас за теплые слова, пожелания, подарки, это очень ценно для вас, вот для нас. Все, я уже волнуюсь для нас всех, да. Спасибо, мы вас очень любим, правда. А мы вас любим. Сделали большой шаг в своей жизни. Смотрите на них прямо сейчас. Какие у вас ассоциации? Может, доверие? Они похожи на болтажонов! На болтажонов, точно. Они очень милые. Они чистые, нежные. Они чистые, нежные. Да, они просто клевые. Клевые, вот мне кажется, идеальное слово. Я приглашаю клёвые. Таких же клевых, таких же чистых. Они меня ассоциируют с болтажонами. Родители. Мамы и папы, мы вас приглашаем к столу молодоженов, подходите поближе, потому что сейчас нужно будет зажечь семейный очаг. Дорогие друзья, сегодня день, когда загорается новый семейный очаг. И что такое семейный очаг? Это особое место в жизни каждого из нас. Семейный очаг – это место, где вы сказали свое первое слово, сделали свой первый шаг. Семейный очаг – это место, где вас всегда ждут, любят, помнят. Вспомните, как крепкие руки отца подбрасывались в небо, а вы смеялись от счастья. Вспомните, как ласковые руки мамы прижимали вас к своей груди, и она смотрела на вас глазами полными любви, обожания. Так же, как смотрим на вас сейчас. Друзья, сегодня загорается ваш семейный очаг. Пока еще такой хрупкий, но полный любви, доверия. Родители, ваши мамы, несли этот очаг, передавая его своим детям. Так же, как и вы когда-нибудь передадите его своим. Прошу, поджигайте. Осторожно, одновременно поджигайте, поджигайте. Момент, когда загорается новая свеча, новый огонь, он символичен. И вообще, что такое огонь? Огонь – это символ любви, символ тепла. И ваши родители, и все, кто присутствует в этом замечательном зале, они искренне верят в вас, в семью Мучкаевых. И этот огонек, пронесите его через всю эту прекрасную жизнь, чтобы он согревал вас. И пусть как в машине времени, все, кто присутствует в этом зале, смогут перенестись снова в этот день и вспомнить, как родилась ваша семья. Аплодисменты. Ура! Ура! И сейчас осторожно, очень осторожно, бережно поставьте свечи на стол, который сзади вас. Аккуратно. Я приглашаю вас на танцпол, вот сюда, вот в самый центр. Проходите к нам, все-все-все вместе. Быстрее, вот сюда, где мы сегодня все танцевали, прямо вот сюда мы вас приглашаем. Всех, 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 всех.
И у меня большая просьба ко всем, кто есть в этом зале. Обнимите эту новую семью. Все вместе, быстрее! And